Российские губернаторы могут лишиться своих твиттер-аккаунтов. Администрация президента всерьез задумывается о подобном ограничении для глав субъектов. Якобы решать проблемы нужно реальным делом, а не виртуальным словом. Моду на твиттер ввел экс-президент Дмитрий Медведев. Свой микроблог завел и Михаил Мень. Да так увлекся, что стал одним из самых твиттер-активных губернаторов в стране. И вот теперь Кремлю предстоит решить, вредная или полезная привычка этот твиттер.